Продолжается реконструкция стадиона «Торпедо». Открытие главного спортивного объекта после масштабной перезагрузки – самое долгожданное событие для жителей городского округа Люберцы. Когда оно состоится, расскажем в следующем сюжете. Сейчас территория знаменитого стадиона «Торпедо» – большая строительная площадка. Около 40 человек проводят монолитные работы. Возводят зрительскую трибуну на 1500 мест и здание «Фокус» с универсальными спортивными залами. Обильные снегопады – не помеха. Работа кипит и днем, и ночью. Работа проходит в две смены. Есть ночная смена, которая занимается засыпкой фундаментов грунтом и утрамбовкой. У нас вот где под спортивным залом, там фундаменты надо засыпать песком и утрамбовывать, потом сверху делать уже пол. Работают 35-40 человек. Ну, в том числе крановщики, машинисты. Завершить монолитные работы строители планируют в апреле. Затем они приступят к обустройству футбольного поля и легкоатлетических дорожек. Результатом реконструкции станет современный спортивный кластер, который вернет стадиону былую славу. Этот стадион достаточно известен, у него очень серьезная история. Построен он был изначально, еще возведен в конце 19 века, и в 1965 году был построен абсолютно с нуля. Я, конечно, видел известных советских спортсменов, известных наших звезд футбола, советского футбола. Поэтому, конечно же, в последующем мы ждем также зрелищные, красивые соревнования. Мы будем надеяться на то, что наши спортсмены также, готовясь здесь, будут занимать достойные места абсолютно на разных соревнованиях разного уровня, разного класса. Работу над перерождением стадиона будут вести весь год. И уже в конце декабря строители завершат свою миссию. А в начале 2025-го состоится открытие «Торпедо». Это событие станет одним из знаковых в спортивной жизни городского округа Люберцы. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.